С Межгосударственным союзом городов-героев Убендер тесно налажено сотрудничество. Его представители приезжали в октябре на празднование юбилея Бендер. В адрес городских властей было направлено важное письмо от россиян. Мы считаем целесообразным инициировать создание в Бендерах движения «Юная армия» Приднестровской Молдавской Республики. В свою очередь, Межгосударственный союз городов-героев готов оказать всяческую поддержку во взаимодействии всероссийском движении «Юная армия». Выражаю вам искреннюю признательность за активную работу по вопросам патриотического воспитания молодежи в городе Бендеры и в республике в целом. Председатель президиума Героя Советского Союза Крамаренко. Стремиться к победам в учебе и спорте, вести здоровый образ жизни, готовить себя к служению и созиданию на благо Отечества, чтить память героев, сражавшихся за свободу и независимость Родины. К этому призывают юноармейцев. Подхватить такое движение вполне могут и бендерские школьники. По некоторым вопросам мы нашли точки соприкосновения. Они обещались нам помочь во многих и методические рекомендации, и привлекать нас ко всем мероприятиям по возможности, которые проводит Межгосударственный союз городов-героев. Мы сейчас участвуем, получили от них приглашение для участия наших школьников в акции сочинений «Мой город – город воинской славы». В 2016 году инициатором возрождения движения выступило Министерство обороны Российской Федерации. Это предложение было поддержано президентом России Владимиром Путиным. В Бендерах депутатская комиссия также единогласно одобрила создание юноармейской организации – массового патриотического движения молодежи. Елена Росланова, Иван Зелинский, Бендерское телевидение.